Набрать полные легкие осеннего воздуха, сконцентрироваться на цели и обогнать самого себя. Минувшее воскресенье в Иванове прошел часовой легкоатлетический пробег в памяти Владимира Егорова, члена клуба любителей бега «Автокрановец». В этом году мероприятие проходит 12-й раз. В памяти впервые. Он в августе, 14 августа умер. А так пробег у нас 12-й, и он все время, с самого начала, он главный судья. Основатель этого мероприятия, часового бега, чтобы это привлекаем больше молодежи к легкой атлетике. Бегут олимпийскую милю и русскую версту, 1067 метров. 11-летняя Лиза Носкова из Фурманова с каждым метром пройденной дистанции отвоевывает свое право быть первой. Соперницы даже не пытались ее обогнать. Мне бежалось не очень легко, потому что я бежала без шапки, в уши дуло. И мне тренер сказал, что нужно было расшагивать, а у меня не получалось. Но все равно хорошо. А вот Андрей, наоборот, в лидерах не шел. Свою победу он буквально вырвал. Неожиданно для всех. Русскую версту мальчик преодолел за 3:28. Когда уже последний круг начался, уже последние 300 метров, решил, что уже добавлять надо. Бежать как 300. Добавил немного скорости. И первый пришел. Тактики не было никакой. Самым юным участникам 10 лет, самому старшему 78. В мероприятии смогли принять участие все, кто любит бегать. Это такая точка в сезоне, завершение занятий на свежем воздухе и переход к тренировкам в зале. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.